Итак, как же справляться с стирингом во время записи с экрана, программы для записи с экрана, у тех, у кого интеловские процессоры, и на которых стоит вот такая вот штучка, X-Server, X-Org, Video Intel. Они вот удаляются при помощи вот этой команды. Ну и еще раз давайте понаблюдаем, как выглядит тиринг. Вот он красавчик. Во всей... Вот видите, косая диагональная черта, мельтешение экрана. И все это происходит при записи программы для записи с экрана в режиме слайд-шоу. Вот это явление называется тиринг. Когда же мы, значит, вводим всего лишь вот такую вот командочку и удаляем интеловский X-Org, X-Server, затем перезагружаемся, то теперь получаем вот такую штучку. Ну, появляется плавная картинка, по крайней мере, этой диагональной черты уже, как говорится, нет. Ну, а все остальное, как говорится, уже зависит от разрешающей способности вашего экрана и мощности вашего компьютера. Ну, по крайней мере, такой дерготни уже нет. И теперь, по крайней мере, я могу полноценно записывать программой Simple Screen Recorder, делать любые записи с экрана, но уже вот без этих вот всполохов, колыханий и прочее. Так что я вам рекомендую всем. Команда, значит, будет выложена вот здесь, там, где Simple Screen Recorder. Вот, лечим тиринг. Вот всего лишь эти командочки две будут даны. Так что проблема с тирингом решилась просто-напросто удалением интеловского X-сервера, X-Org видео. Вот практически и все. Ну ладно, желаю вам всего доброго и до новых встреч.